А зачем тебе включил эти фильмы? Как бы вообще, какие были первые мысли, когда узнала то, что он уезжает? Я узнала то, что он уезжает, когда он уже уехал. Какие у меня были мысли? Не, у меня понятно, были мысли. Нет. Предатель Родины. Ладно, это потом запикаем. Ты помнишь, как с ним познакомился? Помню, на дне рождения у Вовы на первом курсе. Я там со всеми с вами познакомилась, потому, ну, я не сильно ярко запомнила Гришу, только запомнила, что он Мокрицкий. Вот. Ну, дальнейшие отношения с Гришей развивались по сценарию, по такому же, как со всей вашей группы. То есть ты влилась в нашу группу, не избавилась от своего. Ну да, в смысле, вы влились в мое окружение. Да. Какое было впечатление? Я не помню первого впечатления. Для меня важнее не первое впечатление, а последующее впечатление о человеке. Первое впечатление всегда обманчиво. Ну, Гриша и Гриша. Мне не сильно запомнились вообще люди. Не, ну тем-то интереснее, когда ты первое впечатление сравниваешь с тем, что у тебя уже сложилось потом, когда ты его лучше узнал. А это, понимаешь, это как рисунок. Ты сначала сделаешь какой-то набросок, а потом, когда узнаешь человека, ты начинаешь этот рисунок разокрашивать, и ты уже не помнишь, что там было под этим слоем краски. Хорошо, давай тогда уже к более тесному знакомству перейдем. Вот, ну, настолько тесно мы с ним не знакомы. Ну, не настолько, ну ладно. Вика, привет. Вот, какими бы тремя словами ты его смогла охарактеризовать, ну, именно вот с его качествами? В первую очередь, добрый. Это самое главное. Отзывчивый и веселый. Ну, еще умный, но я этого не говорила. Это уже четвертое. Вот, ты помнишь, когда он день рождения? Он водолей, и это 100 пудов. Он водолей. Но когда у него день рождения? В феврале. А у кого ты спрашиваешь? Нет, я точно знаю, что у Гриши день рождения в феврале, и он водолей. А вот какого числа, я не помню. 12 февраля, нет? Нашла у кого спросить. Что загуглим? Пока не загуглила, подожди, еще один вопрос. Давай. Так. Я еще не загуглила. Сколько лет Гриша? Он 91-го года. 24. Да, я угадала. И от нас. Ой, Гриша, я желаю тебе, чтобы твои друзья всегда оставались вместе с тобой, чтобы у тебя всегда была возможность с ними собраться. Я желаю найти тебе свое место в жизни. Желаю обрести родину, потому что родина – это не место, где ты живешь, да? А что-то еще. Нет, родина – это не место, где ты живешь, а это место… Где ты живешь? Да чё? Это не место, где ты родился, а место, где ты живешь и чувствуешь себя человеком. Вот так. Так, ты это все обрежешь, да, сделаешь по-человечески? Конечно. Ну ок. Вот. Что еще? Девушка у тебя хорошая. Вика, привет! Вот, так что все у тебя должно сложиться в жизни, потому что у добрых людей должно быть все хорошо. Ты бы хотела, чтобы Гриша вернулся? Да. Ну, в смысле, не в эту обстановку. Не в эту обстановку, а в нормальный мирный город. Все такое. Мне хотелось бы, конечно, его увидеть, потому что я боюсь, что наши судьбы разойдутся. Я не знаю, что здесь будет, что будет в будущем, но я не связываю свое будущее с Мариуполем. Походу, Гриша тоже не связывает свое будущее с Мариуполем. Так что хотелось бы, конечно, его еще увидеть. Спасибо за внимание.